Вот так выглядит двор в микрорайоне Северный Канск. Кажется, скоро контейнеров видно совсем не будет. Их скроют горы мусора. Баки под завязку набиты мешками, а рядом настоящая свалка. Местные жители возмущены и уже оборвали телефон рекоператора. Обидно. Я говорю, хоть бы перед Новым годом взяли, приехали, убрали. Мало того, что мусорные баки полные. Полные вообще вот возле мусорных баков. Это вообще просто безобразие. Я говорю, вообще не хотят работать. Не хотят. Зловонные кучи люди стараются обходить стороной, но они все разрастаются и разрастаются. Завалы даже там, где на один двор несколько контейнерных площадок. Мусор не вывозят во всем городе. В некоторых районах частного сектора, где установлены вот такие вот огромные мульды, тоже все переполнено. Из-за пакетов с отходами к ним даже не подойти. Такая ситуация по всему востоку края. Канск, Абан, Нижний Ингаш, Тасеево. Люди жалуются. Хотелось бы, чтобы под Новый год порядок был везде. Все завалено везде. Но уже, наверное, больше недели точно не вывозят. На севере та же беда. Людям приходится выбрасывать мусор прямо на дорогу или силой трамбовать его в уличные баки. Горы отходов выше человеческого роста выросли и в Норильске. Мусор валяется прямо у домов. Такое количество огромное. И если будет оправдание по поводу того, что там подъезды не почищены, все почищено, вообще не прикопаешься. С любой стороны подъезжай. Забирай. Но в представительстве рекоператора говорят, причина невывоза мусора во всем крае одна – лютые морозы. Спецмашины не выдерживают экстремальных температур. В минус 40 гидравлика попросту отказывает. Техника из-за специфики своей работы, так скажем, гидравлической системы, не вышли на линию, и поэтому произошел такой сбой, потому что невозможно работать в таких условиях. В ночную смену будут машины работать, возможно, даже в удлинении дневную смену, чтобы максимально зачистить контейнерные площадки. Выходных у регионального оператора не будет. А единственное, мы чуть сдвинем сроки. 1 ноября в 10 часов утра все машины выйдут на линию. Уже сегодня в ряде районов, а в частности в Канско-Абанской и Лесосибирской технологических зонах, где полудню потеплело до минус 35, мусоровозы вышли в рейс и приступили к уборке. Начали вывозить мусор и в Норильске. Обещают, к Новому году все будет в лучшем виде. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей. Новости.